Строительство дома на месте наркодиспансера идет уже год. Планировали сдать в марте, но из-за локдауна весной прошлого года сроки сдвинулись. Теперь закончить строительство планируют в конце мая. Сейчас дом готов на 80%. Строители утепляют здание, заливают полы, делают электропроводку, штукатурят стены. В пятиэтажном доме будет 30 квартир. 10 из них по условиям аукциона передадут администрации для обеспечения очередников жильем. Городу отойдут 2 однокомнатные и 8 трехкомнатных квартир по цене 34 тысячи рублей за квадратный метр. Квартиры, которые были в свободной продаже, они с черновой отделкой будут сдаваться, а городу уже с чистовой отделкой, то есть люди могут заселяться. Там будут обои, плита, пол сделан, все будет готово. Пока с трудом можно понять, где начинается одна квартира и заканчивается другая. В проемах еще нет дверей. Метраж однокомнатной квартиры будет около 30 квадратов. Планировка однокомнатных квартир совершенно типовая. Небольшая прихожая, ванна, туалет, комната. И довольно просторная кухня с выходом на балкон. Площадь трехкомнатных квартир 59-60 квадратных метров. Это норма, установленная на семью из 4 человек. Из расчета 14 квадратных метров на одного члена семьи. Вот этими 8 квартирами в очередь мы еще освободим двухкомнатные и однокомнатные, которые также пойдут в два вида списков. Это очередникам по договорам социального найма и часть уйдут в общежитие квартирного типа. И если все сложится, то к концу года наши очередники опять будут иметь приятные новости по обеспечению их жильем. Фамилии счастливых обладателей новых квартир будут известны, как только строительная компания передаст в администрацию информацию о метраже и нумерации квартир. Если не будет чрезвычайных ситуаций, то ключи владельцы недвижимости получат ближе к осени. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.